Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а прочее Нефрит и его прекрасная помощница. Вместе во время, ребят. Сегодня, ребят, мы дальше продолжаем прохождение Silent Hill The Room. Дальше 4 The Room, то бишь комната. И да. Мы, конечно, извиняемся на YouTube, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, пускать наше новое видео. И вступаем в две группы ВКонтакте ПК-59 и наши 90. А для связи с нами можно найти все ссылки на Инстаграм и ВК в шляпе канала. Все верно. Все прям сказала, даже как-то это. Ничего не успел я ляпнуть. Я приветствую хотя бы подписчиков. Это самое главное. Ну да. А мы, собственно, в прошлой части мы вернулись из заводной тюрьмы. Поэтому мы продолжаем. Наливайте кофеёк, чаёк и поехали. Приятного просмотра. Угу. Так. Так. Новых записок у нас нету, мы все прочитали. Свеча еще горит. Помнишь, которую поставили? Свеча уже что-то погорит, какой-то баг. Она очень много горит. Огонёк вынь. И пожар не было. Будет, а то комната будет не красная, а черная. Ну да. Ну а мы прёмся дальше. Да, снова лезем в дру. Угу. Возвращаюсь в нашей Калин. Да. Именно. Нет, зря я залез. Я кое-что, наверное, не взял. Если бы не взял, наверное. Я знаю, что я не взял. Пардон, ребят, мне придётся обратно залезть. Ну, вернётся в квартиру. Потому что я забыл взять что? Пистолет и серебряную пулю. И меч. Да, потому что мы очередной раз будем сражаться с призраком, потому что мы не прошли еще все миры, которые были в первой части. Угу. Поэтому нам нужно некоторые аксессуары взять, скажем так. Аксессуары. Ну как? Предметы. Вот так вот. Да не надо мне эти патроны. Мне другие надо. Вот эти мне надо. 97. 96. Они опять увеличились? Да. Ребят, они снова увеличились. Начали вообще было 60. Сейчас уже под 100. Они как-то, они... Как мы заходим в игру, так они снова увеличиваются. Да, они как-то... Мистика. Размножаются, что ли? Ой, ёп твою меч. С этими патронами я опять забыл самое главное. Меч. Да. Ибо без него призрака мы не приколошматим. Ничего здесь не появилось? Ни призрака больше нет в квартире. Чё они не хотят? Да, тут ничего не получилось. Не хотят они к нам в квартиру лезть. Хотя свечей почему-то меньше, чем в соневской версии. Там и призраков больше, кстати. Боже мой, нас хватает свечей. Айлин вообще убитая. Ты знал, что можно его подлечить? Ну да. И об этом мы узнаем в следующем видео. А сейчас у нас главное... Все, я зарядил патрон. Да. И главное нам сейчас... Дворик у меня с собой есть. Это хорошо, пора. У нас все есть. То, что нужно, все есть. А мы идем дальше. Нету больше ниже куда-то опускаться. Походу дела это... Я не могу просто бросить Алин. Айлин, пошли. Просто бросить ее не можем мы. А вот и, как мы помним, кто сгорел на электрическом стуле. Жертва. Угу. Лёкнулся. И как мы знаем, он не особо рад нас видеть будет. Он, кстати, не очень тоже приятный призрак. Как я могу вам сразу же сказать? Да он человеком был не особо приятным. Быстрее протыкай его.
Он просто телепортируется, этот призрак. Его фиг поймаешь, если вручную его бить. Ну, мы со всеми призраками, плывя с серебряными пулями, мы сражаем, ну, сражаем их очень быстро. Я помню это место, похоже на центр Эшленда. Это дневник. Читай. Я хочу вернуться в то время, все было так хорошо тогда. День моего рождения. Симпатичная кошка из зоомагазина играть, бильярд тоже было весело. Дверь времени была широко открыта. Когда я вижу четыре вещи, я не могу не вспомнить то время. Вот, ребята, вот поймете, почему мне надо эти четыре вещи. Сейчас буду бегать все это собирать. Ну что же, начнем тогда собирать. Угу. Так, по-моему, где-то фанфарик еще должен быть. Нету? Как так? Вон. Память меня еще не подводит. Память у тебя всякая хорошая. Алин? Она дома призрак опять сделала, сейчас его опять будешь тупать. Так. Мы влюбли. А здесь нельзя выйти? В сторону нет. Так. Поедем мы на какой-то этаж? Вначале на нижний пойдем. Блин, вроде вниз. Бы на нижний или на верхний надо. Блин, я не помню как. Тут все расположено как-то странно. Я буду сейчас бегать, носиться. Айлин будет здесь тусоваться. Она же не может спускаться. Ну да, ну пусть лучше пусть она будет там. Да, там безопасно. Так, со мной надо здесь еще вылезти. Вон она стучит там, бегает. Нет, выпусти меня. Угу, свеча. Это гуд. Аптечки и патроны для пистолета. А, аптечка с той стороны. Подруги, привет, Алина. Ко мне нужно. Она такая, обалдеет. Да ладно, а я здесь. И снова свалил. Да. Как же так? Здесь ничего не лежит. Здесь только эти ползают. Ой, пики эти поганки всякие. Поганки. Странно, что мы их уничтожаем, эти. Топору. Ну правильно, не совсем обычные поганки, которые на одно ножичком может просто следовать. Взяли бильярдный шар. Беленький. Ну, иди сюда. Муха. В смысле? Жужа. А, ну да, она жужа, значит жужа. Дверь закрыта с другой стороны. Это жужик. Да, это всякий. Жужжат. Угу. Жить нам спокойно мешает. Да. Встретились. Я иду повидаться с мамой. Уходи с моей дороги. Кто ты вообще такой? Мое имя Уолтер. Уолтер Салливан. Пришло время завершить 21 причастие. Но это же мое имя. И что это за 21 причастие? Не волнуйся. Скоро ты все узнаешь. Что ж, идем повидаемся с матерью. Пусти меня, больно. Damn. Черт! Не привели. Жалко мальчика. Так, аптечку хочу брать. Ну, носики пожарные возьму. Возьми, что потом фунтфорик могу принять же. Ну, да. Так, надеюсь, сейчас на меня какая падла не нападет. А тут нету этих. Обезьянка. Так, где-то здесь должен быть. А, вон тут мячик. Волшебный мяч. Эй, волейбольный.
Да, кулон я не смогу больше взять. Там у меня еще жизни довольно хватает. Сейчас выйду с пистолета, нафиг кого-нибудь убью. Блин, пистолетом я их не убью. Мы уже слышим, что это. Это колясочки, вот они. Как я их ненавижу. И есть их там много больше болбарицы. Ну, именно так. Там свеча. Но сколько всяких бонусов лежит. А я взять ничего не могу. Так. Сейчас мы идем сюда. Мусор, мусор, мусор. Так. Да блин. Да блин. Так, о, сейчас мы сюда бильярдный шар положим. Сюда нам его и нужно. Так. Часть выполнили задание. Записка. Босс сказал, что нам пришлось поменять телефонный номер из-за жалоб на странные шумы. Теперь нам придется поменять нашу вывеску на крыше. Ну и достача. Кстати, теперь код последние 4 цифры нового номера. Но очень-то не очень-то умно, мне, как мне кажется. Вы переписали новую запись. Ну, понятно. Пошли, надо номер искать. Новый. Да, у нас новый номер. Сейчас в окно посмотрим. Да, там... Вывеска. Где мы предыдущий номер брали? А звонить не надо, случай? Что-то я не помню. Нет, там просто код. Сейчас посмотрим. Блин, да я тебе говорю, в окно смотри. 37.50. Точно не надо? Ну, давай попробуем позвонить. А там первый 5.55, да? Три пятерки? Да. Проверим. 5-5-5-30-7-50. Телефон и номер, по которому вы пытаетесь позвонить, больше не обслуживается. Вот, видишь, новый номер 48-90. А вот новый номер. Вот, так бы сейчас бы искали бы. 48-90, нужно этот номер запомнить. Угу. Никто не появился. Эй, призраки. Чё, призрака даже нету там. И глазок не хочет. Никто ничего не хочет, ни одного призрака. Продолжая начатое вчера, я собираюсь собрать воедино все, что я разузнал о Уолтере Салливане. Это было действительно длинное путешествие для ребенка его возраста, но он ездил каждую неделю на метро или автобусе. К сожалению, кто-то другой жил в этой квартире, и поэтому он не мог объединиться со своей матерью. Квартира это сна. А годами он продолжал приезжать сюда, словно был одержим, просто чтобы заглянуть в дом. Вскоре жильцы начали жаловаться и плохо с ним обращаться. Если видели его шатающимся здесь, Уолтер начал бояться жильцов и видел в них препятствия, мешающие ему видеться с матерью. Прошли годы, и Уолтер повзрослел. Он все больше и больше углублялся в учение культа. К тому же его одержимость своей матерью и его чувство обиды на окружающий мир росли. Уолтер был поглощен одним конкретным трактатом из культовской Библии. Схождение Святой Матери, 21 причастие. Через 21 причастие Святая Мать появится в землях этого мира и принесет спасение грешникам. После того, как Уолтер оставил дом желаний, он переехал в Pleasant River, город по соседству с Сайлент-Хиллом. Какое-то время он жил жизнью нормального студента, но он все еще был полон горечи и обиды на остальной мир. Прошло несколько лет, и он начал приводить в действие свой план там. 21 убийство. 29 июня. Вот, мы все начинаем разузнавать все больше и больше про Уолтера. Да, всю его историю. Свеча мне не нужна. Аптечка подавлена. Ну, вот так хоть урезать, да? Места побольше. Да, да, так больше места будет. Ну, мы что, возвращаемся? Угу. 48.90. Как мы помним, да, пароль. 48.90.
8, 90. Все, дверь открыта. Угу. Сюда нам сейчас пока еще не надо. Все-таки я зря сюда пошел. Ну, ладно. Я говорю, я не помню полноценно-то, где и куда с самого начала идти. Путаницы много. Потому что тут все равно надо будет сюда возвращаться, туда возвращаться, бегать взад-вперед. Ну, очень много бегать не на этом уровне. Ну, в каждом уровне, по идее, Silent Hill, что первая серия Resident Evil, да. Очень много бегать. То же самое, паразиты, везде все это расследование, беготня. Возвращение обратно. Угу. Ой, бляха, муха. Все. Я вас не знаю, вы меня тоже. Мы не знаем друг друга. Пока-пока. Да блин, чего, если на мозге они не довели? Они меня сбивали бы еще. Ну, это тоже да. Так, бежим. Ой, бляха, муха. Пришел тут колхозник. Ну, что, ну. Надо где-то быть. Надо же где-то быть. Он тут живет, да? Да. Хулиганы. Они тут живут. Ну что, Алин, едем наверх? Иди сюда. Вот, мы едем там. А, значит, только тот лифт. Блин, облом. Придется вниз обратно. Надо на том лифте. И вниз, на этом же лифте. Покатаемся? Да. Просто я, видите, первое... О, не курить тут еще по-русски написано. Короче, в этом лифте курить нельзя. Даже, кстати, вообще курить нельзя, вредно. Как вы, ребята, помните, мы только в одном лифте могли кататься в первой части. Ну, в первом прохождении. Сейчас у нас два лифта, вот я, видите, путаюсь. Какой из них этот правильный? Ну что? А здесь что написано? А, догадайся. Ну, ты бы не более 4 человек, я думаю. Не более 3. 4, только 4 написано. Хотя тут... Ну, учитывая ну, такой, какой большой лифт. Да, учитывая, что он такой большой лифт, о, сразу господи, макейки. А вот я. Она еще тоже успела. Самое главное, это скотину прибить. Потому что он может оружие выхватывать. Сколько у меня там патронов осталось? 2. Ха-ха. Ты что, если я за лопатой шел, что ли? И патроны он для этого, для револьвера. Ну нафиг. Нам не надо ни того, ни другого. Зря шел, я думал, может тут меч снова появился. Это еще должен быть 5-й меч, я не помню. То ли в этом уровне, то ли в следующем. Хотя в следующем уровне он... А мы же в этом уровне не брали в прошлый раз. Мы здесь все, наоборот, 2 меча собрали первые. А, ну ладно. Тогда, что ты здесь пытаешься еще найти? Может, думаю, что появится. Чего бы вдруг? Он там, это дергается. Все еще пытается встать. Один уже решил рубасить тоже. Фырь. А что, надо дай будет? Я шаб буду бить сразу. Это не я. Я так в животе не урчит. Все время ее ждать. Чувствую, как будто что-то большое. Страшно. Ну, в Silent Hill всегда же будут устрашающие звуки. Нагнетали, чтобы обстановка.
Ну да, атмосферности хватает. Санчи, этого не занимать. В первых частях Реза тоже так же было, как мы тоже помним. Там уже мячик. Угу. Ну, держите. Во. С клюшкой еще одна появилась. Ну нафиг мне не нужны. Раньше их собирал, они ну, ломаются. Мы не берем, они легкие. Да, ну, на мой урон так много, но... Они ломаются быстро. Ломаются. Они, да. Бьют ты сильно так. Окей. Ты в порядке? Yeah, piece of cake. Надо фулфри, что ли, один выложить, потому что места много стало. Фу, мало. Места много стало. О, телевизор заработал. Свечку возьму. Да, сейчас Уолтер будет появляться. Вот и все, и место освободили. Лишнее. Так. Знаете об этом? Если вам нужно... Я фунфыр принял. Ну и ладно. Я не то нажал, не ту кнопку. Да, не кулон убрать. Хотя и кулон тоже пусть. Он от призрака все равно. Я так призраков тут сильно не боюсь. Я для них быстро бегаю. Бесстрашно. И дыры не боимся, ни призраков. Давай еще. Ничего нам не страшно. Генри такой. Так, тут больше да. Ничего такого, кроме биты. Здесь только биты. Клюшки. Да? Клюшки. Они биты. Да, там бита лежит, я не стал брать. Мы ее тоже не стали. Свеча опять. Свеча это всегда гуд. Кататели пошли. Угу. Место пока нормально у нас, главное... О, кто-то. Сейчас будет веселье. Так, Селин, почему не бежала бы за мной лучше? Это очень медленная. Ставлю-ка я тебя здесь пока. Тусуйся там. Ой, ёб твою мать. Чувак, ну подожди, дай мне кису взять. Плюшевый кот. Да, здесь мне надо еще свечи поставить. Чувак, я тебе тортик, я тебе полянку накрыл. Отстань от меня. Ой, блин. Идем тут по собачке. Что ты, блядь? Успела кинуться, да? Успела. Ну, быстрее этих жалких псов. Ну, или подобных псов. Такой котик миленький на картинке. Как, ну, копилка какая-то. Ну, он такой миленький. Угу, свеча. Девочки, напишите меня, поймут. Ставьте лайк, если миленький котик на котенке. Люба. А, да. Люба. Пять собак. Кстати, ребят, пишите в комментариях, кого вы больше любите, кошечек или собачек? Да. Туру-туру-ру. Всё? У нас теперь кошатик, зря... а я люблю всех. Тут две теперь клюшки. Блин, я только сюда за клюшки шел, я думал, может здесь меч повиновения. Значит, он в следующем уровне. Ребят, будем более подробно сейчас рассматривать уровень, потому что вот здесь меч мы не нашли. Поэтому будем уже искать его
в следующем уровне. Да. Потому что в этом, как мы видим, его нету нигде. Где он мог быть, мы уже посмотрели. Потому что я смутно помню. Я помню, что их 5. Ну, как мы и знаем, что их 5. 4 мы уже использовали на 4 призраков как раз. Чувак. Лезь обратно. Бум. Алин, газуем обратно. Газуем обратно, говорю. Бляха-муха. Сюда пробу преградили. Ой-ой. Че, тут не пройти, да? Ой, чувак. Убей от меня. А, на мозги-то как давно опять. Вот иногда, ребят, хорошо кулон иметь при себе. Да, еще лезет, смотрите, лезет, 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 прям в дверь лезет, скотина. Моя нога, да подожди, твоя нога, тут он. Вот так-то я должен твоя нога. Фу. Так, теперь я понял, куда нам надо уже. Пойдем в обсе дверь. Ну так если нам так надо. Кстати, все правильно, значит, проходило. Снизу начал, верно. То бы если отсюда наоборот пошел, мне при этом сюда пришлось бы возвращаться. Ну да. Все верно. Айлин, давай, жду тебя. Устала, бедняжка. Кису. Угу. Я слышу какой-то звук, звук часов. Как он может быть плюшевый из-за капитюка? Ай-яй-яй-яй, встань, встань, встань. Айлин, блин, быстрее сюда. Блин, два гопника быстрее. Я боюсь. Так ты иди сюда, дура. Блять, она где пропала-то? Блин, ну ты что-то, Айлин. Так вот, еще их иди нашел. Иди сюда. Часы звонят, слышишь, да? Ты слышишь? Мам. На стену, по-моему, меня не слышит. Слышу. Часы. Так я с тобой разговариваю, что ты молчишь? Мушки. Этот, комната стала вергном. Помнишь, мы в предыдущей части, ну, в прошлой игре сюда заходили? Да. Все было нормально. Сейчас мы, как видим, комната перевернулась. Да. Вот мы вышли в новое место. Двери здесь можете, ребят, не пытаться открыть все. Они не открываются. Это мы видим нет. Там сразу бежу. О, вон, 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 из дверей лезу. Вроде бы дверь пустая, а он лезет как будто через стену. Да. Видишь, дверь. Так дверь-то, говорю, вот так открыта, она пустая. Ну, ему надо. Пожалуйста, стреляй мне одну. Ну ты беги за мной. Блин, это не та дверь. Ну где ты меня опять застряла? Ну вот этих как я не люблю с клюшками. Сука. Мало того, что не с клюшками, то что псины и все вот это вот. Давай вместе залупцуем. Есть. Я помню, тут когда на среднем проходил, брал сразу пистолет. О, это жрать пришла, молодец. Главное не дать этой скотине ушатать нас. Собаку подвинуть. Так, отлично, отлично. Вообще, Алин, отлично идем. Теперь. Подожди, вон эту скотину надо, гуляющую.
Откуда вышли эти обезьяны? Вот Это что за дела? полулюди, полуобезьяны. А чё они такими стали-то? Ты вообще Silent Hill знаешь все то, что ты спрашиваешь, откуда какой монстр взялся? Ну, по крайней мере, в Резидент Эвил я знаю, Ну, откуда его там тянуло. понятно. А тут непонятно. Тут просто видишь, такой город стал. Ну, по культу ты ведь знаешь, что все эти открылось, так как говорится, потустороннее все. Ну ладно, а мы будем дальше. Первая же часть же теснее. Только мы ее и не проходили. За Гарри. Не все это чего, чтобы я ее начала проходить. Да, это будет вообще весело. Чтобы вам было весело. О, привет, кузник. Элин? Догоняй меня уже. Она бежит, звенит там. Спями гремит. Хотя она еще не пиздак. Кентервильское привидение. Я еще спя. Ну да. Именно так. Что я так пожился? Эрин, сейчас быстро за мной беги. Быстро сказал. Мне тут нельзя стоять долго. Тут 4 порядка, ой, 5 даже. Эти обезьяны. Макейк. Еще и мушки. Мушки, они это. Кто-то шлепнулся. Я боюсь. Are you scared? Please help me. Да. Тут. Еще да, и ты меня тут голову такие кусаешь. Звуки, как собака. Ну ладно. Собаки, собаки, смерть. Какие собаки? А, мото собака, или смерть? Что-то все обстоятельства, думаю, у нас получится неплохо. А? Ага. Ага. Так, сейчас я кое-что возьму. Что именно? Сейчас увидишь. Что я знаю, куда мы идем. Ребята, мы что-то возьмем. Я пока не знаю, что. Никто не появился? Как? Где кто, блин? Лампа, что ли? Призрака-то нету, смотри. Это что-то новое. А где он сам? Что ты такое? Лампа, призрак? Ребят, сколько я игру не проходил, сейчас скажу, ни разу не видел, вообще. Да, это странно, ребят. Как меняться? Хм. Она никак не меняется. Интересно, слушайте, ребят. Нечто новое. За все мои курсы прохождения Соньки и... Ребята, ставьте Любу, подписывайтесь на канал «Новые призраки». Это только точно. Сегодня. Ну, не знаю, кто проходил тоже, тот подскажет, может, реально так было. Или это... Да, пиши ребята в комментариях. Ну, то потому что я с таким не сталкивался, вот я и обалдел. Тут нигде больше тоже никто не завелся. Нет. Возвращаемся. Угу. Наши девочки. Как мы помним,
верхушка стены должна быть обвалилась. Я думаю, я могу пробраться здесь. Как мы помним, тогда был спуск к нам закрыт. Мы вверх все шли. Да, теперь там есть шанс спуститься ниже. Да, вверх бежали столько времени, сейчас будем вниз спускаться. Столько времени. Ну. Еще и мушки летают. Ну, что-то они пока на нас не нападают, жужжи эти. Да, что мы... А, вон, смотри, как подрезала. Ой. Такая, да? Все на ней одна. На подушке есть. Там ее. Элина где? А Элина там бьет уже одну. Он бьет ему, да, сердце. Эй, ты идешь слишком быстро. Ну, я знаю. Бляха, муха. Я тебя внизу подожду. Шлеп-шлеп только. Сейчас взлетят. Я же их не добил. Ложусь. Месяцы, Маруся, я сам боюсь. Аптечка возьмем. Портативная аптечка. Ну что ж, ребят, идем туда, куда я не очень люблю. Сейчас буду долго разбираться, выискивать. Ах, ребят, ну что, сами в Люба. Много на стенок, но вот только настоящие. Вот что сейчас и будет у меня. Париться буду, выискивать пока настоящую. А они все и бьют не слабо. Тем более они такие большие. Сейчас надо искать. Пожелаю мне все это удачи. Потому что это одна из них. Бляха-муха. Да куда ты стреляешь-то? Завали тут нахер. Ну, по подъем попадаю. Мне надо, чтобы все дергались. Что ты в этот стреляешь? А, как меня круто было. Где настоящая? Чё, та что ли? Ой, смотрите, Алина уже просто тащит уже за собой ногу. Видите, найти даже не может уже нормально. Блин, где оригинальная? Ах ты, ударила меня, да? Да ты куда целишься-то? Вот она. А-ха-ха. Все, у меня вообще загибается. Теперь можем идти дальше. Айлин, конечно, очень сильно побьет нас. Угу. Но мы ее вылечим еще. Надо было сразу же правую бить-то. Я пошел тут, весь круг обошел. В следующем как раз прохождении мы ее и будем лечить. Так что, ребят, смотрите следующее видео. Это видео смотрите. Ну я понимаю, куда нас уже это ведет.
Видишь, тут стол расчленён. Это просто ужасно. Пожалуйста, не ставь мне одну. Просто никогда ты не ходить просто пешком. Угу. Ты же было все быстро бегать. Это точно. Что-то долго спускаемся. А мы снова спускаемся, спускаемся, спускаемся. И вот конец пути там, видимо, уже внизу. Наверное. Чё? Наверное. Почему наверное? Конец пути? Апартаменты же будут следующие. Мы идем домой. В свою квартиру. Угу. Тут что-то никто так и не появлялся, маленький человечек. Тут есть призрак, маленький человечек. Он не появлялся. Ну что, лампа была? Ну, лампа была, да. То есть у нас призраки. Это было рандомные. И тапочки не ходили, туфли. Тапочки ходили только на Саньке. Саньская версия. Первое, 10 сердец. Второе, 10. 10 сердец. 10 сердец Стив Гарл. 10. 10 сердец. 10 сердец Билли Лойкен. 10 сердец Мираем Лойкен. 10 сердец. 10. Успение. Уолтер Салливан. Пустота, темнота, уныние, отчаяние. Джозеф Шрайбер. Искушение Синтия Валаскес. Исток Джаспер Гейн. Бдительность Эндрю де Сальво. Хаос Ричард Брентри. Мать Айлин Гелвин. Мудрость Генри Таунсенд. Вот все жертвы. Да, все жертвы написано по номерам. Мать Айлин Гелвин. Да. Ну а на сегодня, ребят, это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright387. С вами был Нев. И Настя. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы наше новое видео. И вступаем в группу ВКонтакте ПК Поселить и наши 90-е. Ну всем пока-пока. До новых встреч. Чао. Let's rock. Чао.